Короче, ребят, представьте, что выходишь из клуба «Петух и котенок». Вроде бы ничего, да? И никого не трогаешь, и... здорово. А можно мне потом, не? Задира. Да. А сколько ты еще будешь, мужик? Можно мне после тебя? Нет? Что-то у них какими-то промежутками все происходит. Мне кажется, он будет это до хера делать. Еще под такую музыку. Так. Жгут костры. Как в какой-то, блядь, Жанне Дарк. Ну, тоже, короче, гуляешь по улицам, не знаю, Питера или Москвы. И думаешь, кто-то... Я думаю, ну да, плохо кому-то. Жгут кого-то. Люди так развлекаются. Там продают всякую херню. И ты такой думаешь, наверное, не будет повторения подобного, да? Мужик что-то там ищет. А, сыт, блюет. Мужик, ты вечно ссать будешь? И снова. Теперь китаец какой-то. Китаянку, что ли? Ты китаянка, что ли? Ну, это, походу, симпатичнее, чем там. Видимо, китайцы знают толк в тае, походу. Но, знаете, вот вы сейчас, наверное, спросите, почему у него стояка нет, у главного героя. Он гей. Вот такая вот игра забавная. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям. О, да, come on, don't stop, give it to me, that's it. That's it, keep going. Вы, наверное, вечно будете, да? Да. Ладно, ребятки. Играешь и видишь подобное. Сгореть не в аду, блядь. Суд, жгут. Просто вообще топчик. Как люди раньше развлекались, да? Жгли, трахались, бухали. Забавно. Вот она вся человечность старого и современного мира. Да, это тебе не современные клубы Питера и Москвы. Хотя, в принципе, ничего толком почти ничем не отличились. Поменялись только... локации и атмосфера. Вот. Всем пока.